Всем привет, друзья! Мы на канале Green, и с прошлой серии прошло всего лишь немножечко, а вот мы уже собираемся проходить новую миссию — боксерский поединок. Не буду спойлерить, что эта миссия очень важна, то, что я уже сказал. Ну ладно. Опа, опа, опа. Что? Что? Эу, ты шо? Ля, ты шо? Ты шо, обалдела? Ах ты, кобзда такая. Залезает на этот... Все, погнали. Я обосрался, конечно, еще сильнее, чем вы, ребята. Считай без шлема, да и пофиг. Офигенно, своровали чисто. Езда без шлема, классно. А, за мной едут? Чё? Эу, встаньте. Так, с миссионка. Миссионка у нас... Я думаю, надо поспать, потому что уже скоро... Ну, как бы... Сон клонит. Мне, наверное, ни одного, да? Так, прочувствую, что скоро уже зима. Я не знаю, может, не у меня одного. Но ничего страшного. Так, значит, сюда мы в гараж наш. Нет, понятно. Там еще гараж не открыли. Такс, он тут припарковывает. Все, спать. Давайте. Удачи. Удачи. Я спаться. Погнали. Все. Мы спать. У-ху. Найс. Вот две миссии даже. Боксерский поединок, уничтожить растений. Я думаю, боксерский поединок, да, для начала. Это очень важная миссия, ребят, поэтому нельзя завалить ее. Просто так. Поэтому потом уже в школу поедем. На урок там куда-нибудь и уничтожить растений. Выполним как раз таки. Вот, давайте статистику посмотрим. Нет, нет, что? Отображение настройки. Свинья. Вот статус. Успеваемость. Уважение. Уважение. Хулиган 100. Ботаны 75, дорогие друзья. Очки 45. Жора 0. Угу. Фронтовые 50, городские 0. Понятно. Городские у нас самые крутые, получается. Детики. Будь. Такс. Угу. Ого. Так, ладно. Погнали. Так, я сел. Вставляйте мажоров, чтобы они видали, видали. Так, что видите, снег, снег пошел, ребят. Зима уже скоро. А значит, превьюшки будет, будут зимние, да. Так что готовьтесь, так что готовьтесь. Превьюшки будут зимними, а экран немножко потемнел и сменил температуру, как видите. Такс. Ну, погнали. Эти мажоры мы наваляем.
Эл. Джимми. Совсем дурак, Джимми. Хопкинс, ты чё? Нет. Чё? За шо? А за что? А мой мопед? Эл. Твою налево. Где мопед? Все, мопед просрали, ребят. Ладно. Ничего страшного, наверное. Отстань! Урод. Вот так тебе за яйца, которых у тебя нет. Говнюк. Так, давай, давай, погнали. Фу, погнали. Боксерский клуб. Все, наваляем им, короче, ребята, сейчас. Второй раз. Первый мы получили домик там какой-то. Все помним. Так, теперь мы должны навалять им их же в боксерском клубе, да. Какая. Ну, погнали. Ты и я, Биф. Ты и я что? Ты и я, благородное искусство бокса. Пусть победит лучший. Это твои феи феминистки поймут истинный смысл жизни. Когда захочешь, нищий, ты не всегда побеждаешь лучший. Это я. Давай, а потом сможешь почистить мне ботинки. Хрена он огромный. Слушайте. Он как Рассел получается. Ну, наверное, поменьше, конечно. Ничего себе. Погнали, давай. Ух, ни хрена себе. Он легенький. Он легенький, он легенький. Кого вы хотите говорить? Он реально легкий, ребят. Я в первом раунде, может, завалю. Что там уворачиваешься? Видите, у него ХП меньше теряется, чем у других в прошлый раз, когда мы играли. Время вышло. Фига себе. Давай, погнали. Ах ты, урод. Давай, давай. Ах ты, гад. Слушай, ну он сильнее, конечно, я хочу сказать. Все. Это нокаут, ребят. Это нокаут, нокаут. Кто самый плохой? Я. Кто самый сильный? Я. Кто настоящий мужик? Я. Я салаги. Я чемпион. Лучшего убью, остальных побью. Я. Че у нас здесь? Этот мальчишка только что одолел Бифа. Он наш новый чемпион. Что? Он новый чемпион? Меня от тебя воруют, чтобы стать чемпионом? Недостаточно только победа. Нужна родословная, связи, снобизм, а ты грязный демократ. Господа, мы что, позволим какому-то беспризорнику так просто бить нашего друга Бифа? No. Ой, все. Ах, вы уроды. Подставили нас так. Давай, говнюк. Нифига себе. С часами ходит блатной. Давай, удот. Ты чё нахрен? Сучёныш. Что? Нормально он сальтуху сделал. Давай, по-вашему будем играть. Вы меня яйцами, я вас
О, нифига, у меня рогатка быстрая. Давай. Смотрите, что творит рогатка моя. Посмотрите, что творит. Офигенно. Все. Прям так с двери Джимми хорош. Жалкий урод решил спрятаться за дружками. Я использую активы, которых у тебя нету. Друзей. Подкинь еще дерби. А, ну, непробиваемый. Ты чё нахрен? Ах ты урод сзади, крыса. Вонючая. Угу. Нормально тебе телепортироваться, братанчик? Что, смотрите, две колы, ребят. Какой там урод, а, сзади? Давай. Вот так вот тебя понял. Белобрысый гад. Куда там спрятаться решил? Все, изи. А ты хрен ли? И чё? Ну, кстати, самое главное. Я вас не слышу, богатея. Кто теперь самый главный, мой дружок аристократ? Отчаянный вопрос. Ты главный. Громче, ты главный. Хорошо, правильно. Я. А теперь вы, девочки, научись играть честно. Понятно? Ой, Джимми. Ой, Джимми. Красавчик, красавельчик. Красавельчик. Любовь правит миром. Дерби злобный богатый придурок. Вряд ли кто удивился, если в конце концов окажется под... в Конгрессе. Но рассказав не о нем, а обо мне. Ну вот, я подмял под себя этих мажорных детишек. Пора бы обратиться внимание на этих заклятых врагов понтовых ребят. Часть третья, ребят. Часть третья. Ты, наверное, очень гордишься собой. Хорошо, что поручил этого богатого придурка. Они богатые, но слабаки. Они сами напросились, я им показал тут главный. Обязались в драку, а не с подачи Гэри. Гэри, это уже проблема посерьезнее, слушай. А этому иди, генерал, что надо? Стрижку. Сильного парня, чтобы за ним как... Джимми Хопкинс. Так, моему другу Джонни можешь помочь? Нет, никто не имеет права указывать Джонни. Джонни Винце сам приходит, сам указывает за другими. Проваливай, вонючка, меня от тебя тошнит. И сказал, ему нужна помощь. И что, благотворительная организация? Ты за это... Слушайте, а где вообще понтовые, в принципе? Их же в школе вообще нет. Здесь вот они не ходят. Как мажоры, видите, тут только ботаны эти. Чё? Это... Ты чё нахрен? Это ботан, ребят. Прикиньте. Ты чё нахрен? Урод. Буду ждать, гад. Хорошо, сохраняемся. Че, как урок? География? Нет. 100% нет. Страсть поварихи. Снежки. Давайте, знаете, что делаем? Давайте мы с вами... Как красиво, ребят! Значит, нам нужен новый стиль. Новый стиль. Ребята, как красиво, посмотрите. Зима, зима. Я вот теперь зиму хочу. Офигенно. Такс. Давайте теперь. Смотрите, все одеты по-другому. Давайте теперь оденемся. Как нормально. Не работает эта штука. Ну, давай, 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 давай. География уж. О, блин.
Всем добрый день, меня зовут мистер Мэтьюс, я ваш ночь... Ла-ла-ла-ла. Готовка же, значит, зачем вам тут делать? Так, да, уходим с урока. Надеюсь, Хопкинс это не станет тенденцией. Станет, станет. Еще как. Фух, наконец открылся этот прилавок. Теперь можешь купить что-нибудь. Голова. Ребят, а зимняя шапочка? Я не понял. Ну, хотя бы что-нибудь. Неплохо. Да, вот это вот зима у нас. Погнали. Такс, какой там? Стараюсь поварихи давать. Сколько у нас? У нас три миссии, ребят. Уничтожить это растение. Давайте попробуем. Чего нет? Хорошо. Рекс. Что? Зачем? Твою налево. Опять свитер Акваберри этот. Блин, я только переоделся. Ну ладно. Слушайте, он скользит, получается, да? Смотрите. Это вот игра 15 лет назад была создана. Чтобы вы понимали просто. Сам масштаб. Ладно, Аквабери, Аквабери. Погнали, сменим. Вроде бы дом Хармингов под видом мажора. Мы же их уже победили. Какой смысл этой миссии? Че они живут на территории школы? Чё? Серьезно? А я могу с это не вандализм, дорогие. Это не вандализм. Тикс. Но в жизни я так не делаю, поэтому спокойно. Такс. Такой себе, конечно, ребят. Уничтожитель растений. Все, теперь понтовых, короче, будем пригинать под себя, да? А, точно, они же здесь живут. Этот чернопузый, помните, там, с собакой. Все точно. Чумазый. Поговори с Бифом. Кандидат номер один. По-любому. Классно, просто пропустил. Ну ладно. Я его побил просто вчера. Он пропустил меня. Вообще зашибись. Или когда я его сегодня даже побил. Нормально пропустил меня чисто. Куда? Куда мне? Такс. С помощью яда. Того, что... Зачем он здесь лежит, вот скажите мне. Давай. Да, камера, конечно, вообще зашибись, классная.